друзья, всем доброе утро. Я рад вас всех приветствовать на канале Escort Offroad. И это очередной выпуск с гонок с трофи спринта. Сегодня у нас пятый этап Кубка Краснодарского края. И сегодня будет очень жарко во всех смыслах. Близится конец года, таблица итогов скорректирована. Уже есть первые, вторые места, третьи. И, конечно, люди будут бороться именно за чемпионство. Поэтому гонки будут агрессивнее и агрессивнее. Вот так как мы, допустим, сейчас даже на своем примере идем на третьем месте. Хотим на первое, поэтому будем биться жестко. В техпарке сегодня напряженно, мест не хватает. Все заряжены на победу. Много, большой кворум, много стандарта, стандарт плюс, джимник, Оскар, аватар впервые выезжает, дебютная гонка у Валеры, Рамис, Макс Лепыш готовится к старту, стандарт уже, Миша, Лада Спорт, Умка на новых колесах, на маленьких заказал себе CST. Здравствуйте, это у нас павловские парни. А, нет, отставить, это наши снаре. Зубастик, категория спорт, Ставропольский край, стандарт, Староминская, этот мощный, тяжелый УАЗ. КБР приехали, огромное им спасибо. Сочи здесь, Сочи! Да, втянули, втянули. Все, да. На двух теперь, Костя. Че на двух? Машина. Вот открытая, вот бар спорт. И вы тоже сюда? Это, да, ой, это тяжело. А, ну после туризма есть промежуток. Да, 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 нормально, нормально. Меняемся. Резаная резина. Че по спекам? Мотор? Все стандартное, Костя. Блокировки? Стандартное, сзади и штехно. Ага. Блокировка. Спереди с преднатягом, ну и белки резаные. И так, все. Все остальное, все стоп. Че за лебедка? Рунва. Рунва. Ну, как бы хорошая пока лебедка, да. Пока рунва. Вот категория спорт будет еще сегодня. Вот категория спорт сегодня будет. Так как, повторюсь, в чемпионате края нету категории экстрим. Это вообще машина, конечно, для экстрима. То есть на таких бортовых от Т40. Здесь Mercedes движок V8. Большой клиренс. Машина тоже тяжелая. Но вот будет интересно посмотреть, как вот эта машина с вот Коля едет. Они тоже тут V8, только здесь от газона. Так, это усть-лабинские парни. Автомобиль лютый, Евгений, владелец, продал его, он уехал теперь в Краснодарский край. Посмотрим, как сегодня будет ехать у водителя дебютная гонка, он раньше был штурманом. Стартовала категория стандарт. Остановка. Дядя Коля, маэстро. Хорош, хорошая траектория. Слепыш. Yeah.
аккуратно. Не видали. Сильно вжиг сход. По-моему, рулевую оторвало. А, кардан оторвал. Аккуратно, машина стоит. Опасный троит. Все колеса крутятся. Молодец. Проблемы у Оскара не работают. Парни, уже Макс догнал с маэстро уже опасного. И Оскар пошел. Нормально. Починили, видимо, датчик коленвала, потому что троила машина. Молодец, пошла машина хорошо. Вешка, вешка! Все делятся эмоциями. Че, как гонка? Отлично. Доехали, все нормально? Не поломались? Нормально, все доехали. Ничего себе, вы на каких креслах лухаревских ездите. Тут с массажем по-любому. Мама пошла, я тебе крю. Женя, Женя, доставь ты. Отпусти его уже, отпусти. Продал, еще теперь заглядывает. Коля валяется, готовится к спорту. Серега, ну чё, как гонка? Да, превосходная. Сейчас трасса как? А ты чё такой грязный? Как будто в окне. А, я думал, как будто в окне. Переживаю.
Я понял. По-моему, суховато немножко. Да, суховато. Чуть-чуть бы вот в одной ямке залили бы чуть-чуть, да. Вот где... В том, ну, вот, на юхо, да. Там было бы суховато, но она жесткая. Прыгать, она прыгать, жесткая. Да, да, нет, да. Трасса, она хоть и сужу, но хорошо, интересно, надо смотреть постоянно. Чуть-чуть промухал все. У вас предварительно что как? Ну, Нивы, по-моему, быстрее шли. Ну, в тех парке вторые пришли, а по времени было. Угу, я понял. Вот так вот. Дай бог, что доехали. Тоже верно, тоже верно. Слабинский экипаж, Серега с Мишей на 31-х колесах, 510-й Сафари, 022, Серега из Павловской, Дядьковская Нива, кореш, троит, проблемы, Саня останавливается. У вас лютый. И Женя за рулем. А, видимо, договорился с новым владельцем, потому что проблемы парней. Видимо, договорился с новым владельцем. Вообще, Евгений продал автомобиль, но так как ему нужен зачет в этом году закончить, он и дали вот в категорию стандарт плюс. Автомобиль мажор. Тоже Павловская. Павловская скупила почти все Нивы в крае. И не только в крае. Давай, Санечек. Хорошо едет машина, но греется. Очень жарко, очень. 31 номер. Оторвана у него. Этот мост гуляет. Оторван реактивка. Во. Звук как у Субару,
Нива Т-34, первый раз вижу этот автомобиль. Но едет, по идее, когда такая поломка, вырывает, ну, мост начинает заламываться и обрывает задний, получается, хвостовик, и кардан падает. Но не едет пока. Очень хорошо идут парни. Нива Зебра, помните, я ее называл? Спустя 3 минуты опасный приезжает на очередной круг. Его догоняет Нива, по-моему, спокойно. Рамис хорошо идет. Так, вот автомобиль Lada Sport, Михаил за рулем, номер 38, полная остановка, отсечка круга. Был, видимо, контакт, и слышно, как вентилятор, да, походу задевает радиатор, это очень нехорошая такая поломка. Ой, крутанулся, мешай, ну чуть-чуть стоит. Зарядки нету. Вот борьба какая. Два УАЗика зажали Ниву. Серега. Женя прям наваливает. Один УАЗ с какими-то техническими звуками. В общем, сегодня снимает ВАЧИК наши люди, еще там парни, поэтому переходите к ним на канал, я думаю, у них будет более подробный категория стандарт плюс, и там будут более подробные заезды со всей трассы. Мы ее сегодня уже прошли в категории стандарт, они там едут все без проблем. Саня тоже лютует. Стреляет. Держится мост. Ничего себе. На таких прыжках и держится. Рамис остановился. Ой. Что-то с задним. Или... Это да. Все, сход, да, Рамис? Не поедешь. Правильно, мотор дороже. Сейчас хороший мотор стоит 100-120 тысяч смело. Обидно. Прыжки такие, да, лютая трасса сухая. Да, прыжки за прыжком, там в яму мы нырнули. Я был, слышал, был облом, поэтому температура полезла, мы решили уже все.
все люто, у всех оторваны, там ездит один, этот, у него домик вырвало вообще, ну мост еще держится, а у Миши тоже зарядки нету. Да, 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 да. Вот это да, ребят, такой первый раз вижу. Да. Зато дворники не нужны. Только лицо протирать. Да. Ну что, как трасса? Хотелось бы чуть где-то водички. Да побольше грязи надо, слишком сухо. Ну, хорошая, но сухо. Ну летом всегда такие этапы. Ралли Дакар, блин. Да. Ну тут больше такая раллийная трасса, она прям на скорость. Ну да, все идут очень быстро. Я посмотрел, круг проходит где-то 2,5, максимум 3 минуты. Ну вот мы сейчас с ребятам объехали, чуть быстрее ускорились, а ну помпа не дала. Дальше. 5 человек машин дернули. Не, ну вы хорошо шли. И Краснодарская зебра идет прям очень хорошо. Прям они топят. Отъедь с трассы подальше, бля, вы так встали, все сюда заезжают. Давай, Марк, а ну. Отходи, отходи. Тоже с охлаждением. Патрубок печки, который в салон идет, видите, тоже закипел, тоже с охлаждением. Что делать? Отвертка есть, Димон? Да. Давай. Подожди, Димон. Да горячая, горячая. Все, все. Пошла по частям рассыпаться. Ё-моё. Собирай, собирай. Бля, мы её не соберём. Давай финишируем. Можно сейчас финишируем? Ну тебе круг надо проехать. Нет, обратно нет. Нельзя. Отходи, отходи, отходи. Ну вам только вперед ехать, назад нельзя. Либо сходить, мужики. Да, у вас давно это. Да мы знаем. Блин, так сколько? Отходи, отходи, отходи. Не знаю, я не считаю. Дверь закрой. Нет, конечно. Убирайте вот сюда хотя бы чуть-чуть, вот вправо да, просто. Миша попробует доехать круг на заклинившем генераторе, там ремень уже горит. У парней сход, все повырывало. Так бывает, что делать. Это ну, спорт. Придется тогда жопой заезжать на подкаты перед. Можно так тем? Расскажу вам про Валериного аватара. Свежесобранная машина. О, вот и Валера. Я думаю, что-то шипит. Думаю, что-то травит. Вот такая вот красота.
все четко. Каркас полный, не половинчатый, как у нас, а получается еще и передок защищенный. Все мозги, вся электроника сверху. Все красиво. Сделано для лебежения назад, выведен клюз, ремни, все по регламенту, все красиво, легкие сиденья, голда 75-я, титанат, беркут высоко, выхлоп, ребят, по регламенту разрешен в крыло, если вот так вот закрытый получается, защищен чехлом. Бак на своем месте. Машина сильно не резана, то есть все места, усилители, все осталось. Просто некоторые это все вырезают. Легкие сиденья, вырезанные двери, легкие пластиковые сиденья, модные ручки тут красивые. В общем, очень-очень много трудов вложено в машину, времени. Такие вот фонарики, Слабовский мост у него тоже на А-образнике. Вот. Дисковые тормоза, как видите, две пневмоблокировки, сзади у него Wall Racing на 24 шлица, спереди у него получается 35 снаружи и внутри либо 27, либо 30, я не знаю. Горизонтальный радиатор, гена какой-то модный, по-моему, это этот многоамперный, да, который? Вот, ресивер, воздух, все красиво, в общем, все в таких тонах. Ну и 84 на 84 квадрат собранный. Все. В общем, посмотрим, как сегодня аватар будет ехать.
дай бог, Ah!
Опасно, очень опасно. Лишний раз не насилуй!
делают натяжку. Вот такой вот итог. Она очень вонючая, и она как гуталина, она как нефть, она жирная. Костик, штурмана надо слушать, да, но не всегда. Ты будешь наказан, грязный. Я рисковал. Но мне сказали проехать. Мне же эти пи***и говорят, там проехал. Проехал очень потихоньку. Я ему сказал. Ну, ребят, ну, мне сказали, он проехал, я сказал, Ладно, я пошел на трассу, там говорят, еще что-то валяется. Спасибо человеку, дотянул нас. Вот так для нас закончился пятый этап переворотом. Причем полностью на крышу. Сгорели мозги, полный шноркель воды, грязи. Машину пробивает по электрике всю. Не дается нам второй этап. Кубок края и чемпионство. Шевик, это первый круг был. Валера ездит. Потом получается Шевик, тоже сход. Две гранаты, вода в моторе. Ездит. А, Умка лег на крышу, тоже сейчас пойду посмотрю. В общем, очень лютый этап. Трасса должна была быть сложной, но не настолько. Я не думал, что будет очень жестко. Ладно, ребят. Сейчас. Немного надо прийти в себя. Я очень испугался за Костина. Самое неприятное – это переворот в воду на крышу. Как сделал Костян. Я думаю, люди снимали. Будет это видео. Это очень неприятно. Потому что Нива, и там очень глубоко было. Я испугался, что Костян не сможет вылезти. Но он быстро выскочил, молодец. А машина починим. Самое главное здоровье. Семен, что вы за нами повторяете? Нету свечей, нету вообще. Не, я тебе серьезно, нету. С собой как-то свечи вообще не возим. Ты как, нормально? Валера мощный! Гур слетел! Выключи блокировку! Пропало зажигание. Минус прошел. Чё с зубастиком? Вы чё, охерели, кто в гонке участвовать будет? Чё случилось? Ну такого я еще не видел. Да.
пытаются завестись. Давай вперед, через метр. Давай вперед, через метр. Ну чё, Валера, это не лес, да? Ни разу. Первая гонка. У КБР стучит мотор. Вкладыш, скорее всего. Порвал, порвал, ты порвал. Лютый этап. С каждым этапом все хуже и хуже. Все жестче и жестче. А сейчас еще тут поедет туризм, и потом здесь поедет еще спорт. Все колеса крутят, но мотор подстукивает вкладыш, лишь бы выдержал. Машину сильно не насилуют, молодец, едет на лебедке, он точно первый. У него отставание от всех, то есть опережение где-то круга на 2, на 3. По-моему, Зубастик на третьем круге, если я не ошибаюсь. А этот уже пятый едет. Это не Валера. Это Гризли из Павловской. Вот это лютая яма. Мы тут же лежали, вот наши следы. Вачик, сегодня создали тебе контент. Он сам ездит! Ребят, огромное спасибо всем, кто скидывает видео. Когда мы участвуем, снимать физически не получается, поэтому что-то будет. Что-то будет. Что-то пошло не так, да? Как, товарищи фотографы, есть сочные кадры? Есть. Поделитесь. Будут. Все будет где-то у нас в группе, и ссылку. А, вот, фотограф, ссылочки, естественно, оставим, все будет в альбоме, зальем. Спасибо. Работа фотографов очень важна, даже больше, чем канал YouTube, потому что YouTube вы не всегда посмотрите, а фотку вы можете поставить на заставку, распечатать, повесить на стену. Фотография всегда рулит. Да, нет, да все, два места только. А, два места. Ну, только КБР и Зубастик, все, больше никто не приехал. А Зубастику этот сам? Не финишировал. Ну да. Зубастик финишировал? Да, не доехали, все, короче, успели. Короче, Костян, надо все-таки вот это все прихомуть и вносить наверх. Датчики проблема, вот эти? Проблема была именно вот в проводке. Просто коротило. Она ее просто вырубила и все. Ага. Вот, все вот эти массы, все вот эти тумблера, мублера, это все надо переносить наверх. Ага. Это все фигня. Она просто вот обрубила ее и все. А так все нормально было. Да, целом, я видел тебя, раз обрубила, ты потом завелся, она поехала. Да, ее обрубать уже начали. Да, да, да. Да, это уже, ну, признаки, да, были. Как твой штурман? Штурман мой. Нормально. Тяжеловато, конечно. Возраст, возраст. Когда не слышишь еще ничего. Да, обрубила шлема. Видишь? Ну, как говорится, первый с почином, выезд. С почином, первый, да. Первый выезд, да. Первый выезд, знаешь, ничего и не ожидал, как бы, лучшего. Слушай, я уже вот понял для себя, что нужно еще сейчас сделать. Машина топ,
зрители просто в восторге, как ты едешь. Ты едешь вот прям по, как сказать, СКФОшному, по Кавказскому. То есть газ в палас. Нет, газ в палас даже вообще не дал. Они стоят. Вот, ребят, это вот не лес. Человек первый раз в гонке. Вот машина сегодня и помялся немножко. Ну, и надеюсь, в следующий раз уже... Крыло замял, тошно. Ну, это мне, не знаю, куда. Это ты, может, об нас? Может быть. Может быть, об нас. Вот тут подмял. Тут подмял. Тут все целое. И аккуратненько пошел. Оказывается, тут еще Сашка. Первый стартовал. Машина заглушена. Или заглохшая. Занимай траекторию, Олежа! Мощный штурман! Красавчик! Вот это спортивный дух! Погружение. Куда он лезет? Пересекай, да, надо тут бросать. Очень интересное решение. Трасса укладки, то есть размотали, положили, так себе. Вот смотрите, я про это говорил сегодня уже с организатором, очень узкая траектория, то есть здесь две машины помещаются, вот одна встала по диагоналке, все, ее никто не проедет, ее только мять получается. Так он мешать ему будет. Плавает Нива. Оп, поплыла. Оп, поплыла. Замотал свой трос. Не, не хочет. О, еще и траектория. Давай, 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 давай. Вообще никакой артикуляции. Полностью на выкрученных колесах, заблокированных. Здесь УАЗик поехал. Лютая гонка. Еще и зубастик в туризм поехал. Кошмар. Саня просто стоит, гудит и не едет. Здесь три машины. Но Эрик разматывается. Зубастик решается. Ой, как...
и глубокая. Сам. Сейчас пойдем дальше по трассе, посмотрим, что там. Молодец, только на лебедке, помогает потихоньку. Все, четенько. Похоже, что не работает гарнитура. У меня отлично, у тебя как? Давай, давай. Две машины всего. О, хорош! Это было мощно. Пришли на очень интересную лужу. Мощную. Крепкую. Там получается... Вот здесь широкий. Сзади там подъезжает уже Симба на второй круг. Очень хорошо Зубастик едет сегодня. Дальше большой перегон и в яму. Это вот... Ты вот сидишь, ногами мешаешь штурману. Смотри, плывет. Большие обороты. Это на газон ехал просто медленно. Я думал, обороты. С машиной все нормально? Да.
верхняя часть плавает. А, лебедка отцепилась. Красных флагов не видим, но все стоят, тут не получается. Кореш стоит, шестнарь стоит, Симба сейчас будет ехать. Здесь УАЗик. Аккумуляторы заряжайте. Так это дома надо делать. Ну, то они были чуть подстрелили. Не, задача комколена побежал с другой нивы снять, потому что мы только опускаемся. Да. Силиконки есть, залить там что-то. Да не, просто колено датчик поменять, потому что до этого не было, его поменяли. Я понял. Я понял. Все, давайте. Чинитесь. Хоть круг доделай. Что такое? Слетел? Он на месте? Нет, он на месте ремень? Целый? Нет, все, я понял. Да.
Саня, удобно? Сань. Тебе-то что, у меня ремень есть. Я спрашиваю, конечно, удобно. Верик толкает Ниву на спущенных колесах на грязи. Ребята, надо иметь. Ничего не получилось. Так, ребятки, красную помыли, реанимировать не получилось, помяли крыло немножко, его уже выгнули, и капотину. Все замки пошли нахер. Но самая проблема — это то, что мы утопили мозги. И в шноркель вода попала, но это мелочь, в двигатель был заглушен, а вот с этим проблема. У нас стартует категория спорт. Ну вот сейчас поедет. Все, парни, давайте, удачи. Едьте, не торопясь. Все будет хорошо. У вас два часа, три круга сделаешь, победишь. Два часа, да? Два часа. Все, каждый круг в зачет. Все, давай. Ра-та-та. Вертикалочка. Не, конечно, проект лютый. Очень высокий. Нальбий готовится, одевается. Сочинские парни, которые выступают на шевике, поменялись местами. И теперь еще... едут в категорию спорт. Ребятки, давайте, удачи, огромной удачи. Спасибо. С холодной головой, траекторию уже всю знаете. Как скажешь. Да. Проверили, нормально. Да. Так и сделаем. Да, давайте, победы вам. Вот он, монстр. Тяжелый Колин монстр. На V8. Ну что? Сколько кругов ставки делаем? Один, но мощный, дай, да? Дай бог дальше он будет. Не, с этой трассы это очень даже хорошая заявка на один круг. И вот вы можете сравнить размер, да? Вот УАЗик, и вот Нивка, и еще один там УАЗик. Вася, Ставропольский край, Новоалександровск, 4x4. Приветствую! Да. Где твой знаменитый шлем? Все, поменял. Истребителя? Поменял. Мистер Америка ушел. Не пойдет, мы в России живем. Давай, Нивка, не подведи, хорошие вагонки. Спасибо. Траекторию всю уже выучил, все промерил. Надо ехать. Всем удачи. Давай, вам тоже. Вам тоже большой удачи. И вот он, пятый, заключительный участник. Нальбий, Титан, город Адыгейск. Все, все готовы, я пошел на яму. Сочинский экипаж. Мосты очень интересные, какие-то широкие. Что за мосты, ребята? Ну, пишите в комментариях, кто шарит, почему они такие широкие. И все, а Нива ехала. Отходи, отходи, Вадь. Смотрите, что я делаю. Вот Алексей, машина, Леня! Леша, ты мой кумир! Усынови меня! Наматывай! Забирай! Так, подъезжает второй участник, это Коля. Станица Староминская, местный экипаж, V8, очень тяжелый автомобиль, очень. И здесь сейчас у него будут проблемы, прям большие. Штурману советуют сразу лебедиться за дерево, это хороший совет, очень правильная траектория для этого УАЗа, самая пологая. Звук, конечно, кайфовый. И все. Вот он настолько тяжелый, что, ну, он просто садится в колею.
Ой, он длинный. Держи, 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 держи. Что лучше, УАЗ или Нива? УАЗ, но Нива тоже прет. Тихо, 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 братан. О, хорош. Очень длинная база. Четко, хороший, хороший. Траектория закрыта. Сейчас подумают и поедут. УАЗик начинает лебедиться. Освободил траектории, там Нива уже проедет. Механической лебедкой пользуется. Ай-ай-ай-ай, Альбек, аккуратно. Чуть не намотал. Обслужил, видимо, лебедку, хорошо тянет. У него механика, какой гнев мороз тут. Колесо висит. Подъезжает Василий. Колеса целые, все в порядке. Мотор на дросселях. Машина не отличается артикуляцией подвески, но отличается весом. Молодец! Молодец! Подготовил машину, круто, да. Не слушай никого. Сколько раз взял? Как вы помните, на битве титанов адыгейский у него застучал мотор. Вот перебрали, прошли обкатку. И сейчас на новой конфигурации едет. Румба как будто медленно что ли тянет. И вот подъезжает монстр автомобиль. На Альби там рубится, выехал на Альби, поднимается Василий и спускается «Злая Зая» называется этот автомобиль. И Зая действительно может быть злой. Просвет, конечно, позволяет, но все равно сел и заглох. Не вижу, чтобы передние колеса крутились. А, там получается трубы, а колеса сильно глубоко.
Смотрите, какая грязь. Просто это уже не вода, это какой-то сгущенка. Вот, самое, наверное, что можно по субстанции понять. Это просто вот сгуха. Кошмар. УАЗик тем временем выползает. Большой просвет – это его плюс. И большой вес – это его минус. На льби там рубится, слышно стартер. Ребят, предлагаю не терять время. Собственно, все понятно. Пойдемте посмотрим, что дальше. Второе препятствие. Коля на УАЗике поехал. А здесь мы видим первый стартовавший УАЗ из Сочи. Не смог заехать, залебедиться и лебедиться назад. Но машина работает. Шанс еще есть. Ой, как прилип. Вообще нет движения. Но хотя бы съехал с препятствия. Уже неплохо. Давай, давай, спустя там полчаса, ну минут 25, наверное, прошло. Еще пока ни одной машины на второй круг не поехала. А сколько метров у него? А, нет, ну, мало, мало, мало. Он сюда может выскочить сам. Аккуратно, Вач. Нива, как болеют дети. Знаете, бывает обидно, снимаешь такой момент, ты там комментируешь почти там 4-5 минут ролик, УАЗик выезжает, потом ты понимаешь, что ты это все не снимал. Это было только что. По-моему, я немножко сегодня сгорел, как и все здесь. Солнце лютое. Но это нас не останавливает, и мы идем дальше. То, что я не снял, Вачик сказал, может поделиться этими кадрами, но я вам предлагаю перейти на канал Вачик «Наши люди» и посмотреть это видео с этого этапа и его взгляд на его канале. Я снимал про вот этот УАЗ, они порвали трос, сделали два узла и лебедились через верх. То есть не продели через туннель, через УАЗ, а через верх, через каркас. И получается погнули немножко. Трубу. У вас время есть. Давай зацепим нормально. Лебедились. Не, молодцы. Но я это купим. Это прям неожиданно. Я такого лебежения еще не видел. Но оно работает. Приезжай, Костя, в Сочи. Там мы тебя научим. Бывает. Мы в Сочи обязательно приедем. Давай. Сочинским джипером, нивоводом, оффродником. Давай, всем привет. Давай. Давай. Попробуй через трубу верхнюю продеть. Подожди, давай. О, сильно давай, замотали давай, на давай, одну слушай, сторону. Туда, давай. Это же полностью у вас. Все лаконично, даже с подушечкой. Костя, это стоковая полностью машина, кроме белок. Кроме белок. О, стандарт, все стандарт. Вообще стандартный полностью машина. Я просто, да, ее в гриме не узнал, так сказать. Ну, я тебе скажу, мне вот потрет, он так на все будет. Коробка Даймос? Нет, АДС. Это что-то пошло на УАЗовском языке. Да, это, эти аббревиатуры их. Это мое, твое только. Понимаю. Я знаю только УАЗе, проволока, короче, изолента Нивовская. Да, изолента Нивовская, да. УАЗика не обижай. Yeah.
просто. Вот и все. Ой-ой, боком. Порвал. Так, из-за сильного угла левого колеса, сильный упор на него был, и скорее всего порвал гранату. Так он после Нальбия в колею, куда? Да, не туда, его сюда надо было также выходить. Ну пускай, чё. Нет. А, да, работает. Там водосброс какой-то, да, по-моему. Ты вроде на нем ездить должен в гонке. Дома времени нет. Да, да, как всегда. Чинят все машины в гонках. Чем вы дома занимаетесь? Друзья, закончился этот очень жаркий, сложный день, очень насыщенный, коварный, рисковый. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Много поломанных машин, почти все поломанные машины. Вообще даже сейчас не могу вспомнить, какая не поломанная. Ну, джимник, наверное, только один круг сделал, он, наверное, не поломанный. Все просто с какими-то техническими бешеными проблемами, в общем, очень жестко. Спасибо, что досмотрели это видео, спасибо, что пишите комментарии. Хотел сказать, подписывайтесь на Телеграм, Контакт, Инстаграм. Все это у нас есть. Там постоянно, регулярно обновляется информация. Новые видео, свежие фоточки. Всем удачи и пока.